Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале «Новая Лада Тольятти», телеграм-канал «Лада Дисконт». Сегодня я вам представлю несколько автомобилей, очень интересных на самом деле, потому что есть пару позиций, которые образовался дефицит. Мы этот дефицит немножко закрыли, и сегодня представим к вашему вниманию эти автомобили. Первый автомобиль «Лада Гранта Кросс», комплектация «Комфорт», дорогие друзья, это полноценный комфорт с кондиционером, с музыкой, с подогревом сидений. Сейчас я, в принципе, это все покажу. Рейлинги есть, диски у нас стоят. По салончику здесь у нас сиденье водительское с лифтом идет, можно регулировать по высоте. Две подушки безопасности, это водителя и пассажира. Два передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал. Значит, кондиционер, подогрев передних сидений. Здесь у нас на картах вставочка такая идет, декоративная, на кладочке Гранта Кросс. Гранта Кросс. Замечательный автомобиль в наличии, в продаже. Стоимость этого автомобиля 860 тысяч. Это полноценный автомобиль с кондиционером. Это полноценный автомобиль с кондерчиком. Сейчас я вам покажу еще один автомобиль. Вот, еще один автомобиль. Только прям пригнали автомобиль. Только загнали. Это у нас красная Феррари, дорогие друзья. Красная Феррари. Сейчас мы вам покажем, как будет смотреться эта пушка. Ребят, посмотрите, а? Зацените. Кто хочет гонять на красной Феррари? В наличии Drive Active, красный цвет, металлик. Ребят, вообще замечательная машина для молодежи. Неповторимо, вообще очень стильно, очень ярко. Сейчас еще солнца нету. Когда будет солнце, этот цвет будет очень сильно проявлять себя, потому что металлик крупный достаточно. И будет вид просто пушка. Отличная спортивная тачка для молодежи. Две подушки безопасности, штатная музыка, кондиционер, подогрев передних сидений. Сиденья, сами видите, уже такие под спорт сделанные. Здесь у нас под карбон, накладки на торпедо идут. Два передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал есть. В общем, вид пушечного автомобиля. Кто хочет его забронировать, контакты будут здесь в описании. Стоимость 900 тысяч, дорогие друзья. 900 вот за эту красоту. Я считаю, что замечательно. Поэтому, друзья, если хотите, обращайтесь. Контакты будут у меня здесь в описании. Также я сегодня уже выкладывал автомобиль. И сразу упомяну о нем. Это Гранта в кузове седан. Цвет техно. Цвет техно, комплектация с кондиционером. Это автомобиль с двумя передними стеклоподъемниками, электроприводами обогрева наружных зеркал, подушка рулевая есть и кондер у нас. Цвет техно. Стоимость 785. В общем, друзья, вот почему сразу сказал вам, что эти автомобили, да, которые уже немного закрыли дефицит, потому что по Гранте Кросс у нас не было с кондиционером. Их было полно в комплектации Advance, но с кондиционером ни одной машины сегодня появилось. Цвета техно не было уже 100 лет, да? Не выгружался автомобиль, а тем более с кондиционером. Пожалуйста, он у нас есть. И, пожалуйста, такая яркая, красивая машина Лада Гранта в красном цвете. Это тоже позиция, которая, в принципе, появляется, как говорится, раз в год, да? Образно, да, говорю, как раз в год. И вот сегодня тоже это автомобиль в наличии. Поэтому, друзья, контакты оставлю свои здесь, в описании. Заходите во все мои соцгруппы. Забирайте автомобили, забирайте, разбирайте, приезжайте. До новых встреч, с вами был канал «Лада Тольятти», меня зовут Денис, до новых встреч, удачи вам всем, пока.